Сегодняшнее совещание, сегодняшний круглый стол посвящен адаптации карманного справочника ВОЗ по оказанию первичной медико-санитарной помощи или амбулаторно-поликлинической помощи детям и подросткам. Но это достаточно такой уникальный документ, который собрал в себя все самые последние рекомендации ВОЗ, клинические рекомендации. Это, так сказать, сборник, как мы его называем, карманный справочник, который будет помогать работе всех специалистов, которые работают с детьми и подростками на уровне первичной медико-санитарной помощи. Что замечательно, сейчас у нас вообще идет развитие первичной медико-санитарной помощи в несколько ином направлении. В каком? В том, что у нас повышается статус медицинской сестры. И она имеет много обязанностей, то есть она должна быть многопрофильной, знать, как посмотреть ребенка, который только выписался из роддома. Ну и, конечно, врач дальше ведет этого ребенка до подросткового возраста. То есть наши дети теперь будут постоянно под медицинским, что ли, присмотром. Инструмент интересен тем, что он, в общем-то, дает ответы на самые основные вопросы, животрепещущие вопросы, с которыми встречаются клинистисты, которые работают в первичной медико-санитарной помощи, работают с детьми и подростками. И, кроме того, он охватывает возраст детей от 0 до 18 лет. Это, по сути дела, сборник всей ведения детей от 0 до подросткового возраста, в котором включены достаточно в таком кратком изложении все основные подходы введения клинического ведения и профилактического ведения. Наш офис поддерживает работу по адаптации в нескольких странах, но, как я уже сказала, Казахстан в числе первых стран, которые проводят эту адаптацию. И сегодняшнее двухдневное совещание как раз-таки посвящено работе экспертов, которые работают в разных направлениях. И это путь к тому, чтобы наши педиатры соответствовали стандартам мировым, и чтобы они этому следовали. Для этого прежде всего надо выпускать для них учебники, для них вот эти карманные справочники, все стандарты писать правильно, обучать их правильно. И со временем, я думаю, что мы добьемся того, что она не будет отличаться наша от развитых стран. Ну, во всяком случае, у Министерства здравоохранения в этом направлении идет работа. Я думаю, что итогом нашей работы, этого круглого стола, будет уже окончательно утвержденная какая-то согласованная версия тех замечаний адаптации, которые предлагаются для адаптации карманного справочника в Казахстане. Я очень надеюсь, что этот документ будет полезен всем специалистам, которые работают в ПМСП, поскольку он, как мы говорим, основан на самых последних доказательных фактических данных, которые предоставил ВОЗ.